Что просьба стабилизировать камеру. Что происходит сейчас на Манежной площади? Коллеги, вы слышите меня? Да, мы слышим. Егор, что сейчас происходит у тебя? Только что буквально выступил один из руководителей ОМОНа с мегафоном. Он пообещал, что если люди не разойдутся с проезжей части, то ОМОН начнет задержание. Ну и, собственно говоря, уже беспорядочные задержания начались. Вот если вы видите картинку, которую я передаю, полиция просто выхватывает людей из толпы первых попавшихся и уводит их в автозаке. В течение последнего часа...